Еще о спортивных победах. 16 призовых мест, 11 из которых высшего достоинства завоевали воспитанники Бендерской школы бокса отделения кикбоксинга в открытом чемпионате Приднестровья. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Тирасполя, Бендеры, Дубасар, Рыбницы, Слободейского района и гости из Кишинева, Аргеева, Тараклии, Пырыты, Фалешт. В общей сложности файтерами было проведено 111 поединков на татами и 77 боев в ринге. 11 убедительных побед за бендерчанами. Еще пятеро воспитанников Бендерской школы бокса вошли в число призеров. Тренируют ребят Илья Трофимов и Игорь Байбера.